Здорово, YouTube, с вами Проф. Сегодня, короче, делаем реактивы. Давно вы просили, я все пытался как можно больше накопить, но уже пора, 1300 почти. Так что не будем ждать, просто будем вертеть с вами ярмарку. Не ярмарку, акцию. Будем вертеть акцию, посмотрим, сколько таланта выпадет. Я надеюсь, что хотя бы талантов, ну не знаю, 10 я лутану с этого количества реактивов. Вот. Поэтому, ну пока такое себе, пока чисто пылюка какая-то выпадает, красные кристаллы по одному. Или сколько там было, 3. А вот и первый талант, кстати, полезный достаточно. С третьей попытки, неплохо. Второй талант, да ладно. Неужели Антоха сделал хорошие шансы выпадения талантов? Я уже надеялся, что сейчас просто будет джекпот в виде третьего таланта подряд, но нет, синие кристаллы. Так, пылюка. Посмотрим с вами просто на шансы, на, типа, я думаю, многим интересно, хотя уже, скорее всего... Ну, я лутаю, типа, не в первые дни акции. Наверное, уже многие и так прекрасно понимают шансы. Но если вы вдруг сомневаетесь, там, повезло вам или наоборот не повезло, когда вы лутали талантики, вы можете посмотреть этот видос и, что правильно, сделать вывод, повезло вам или нет. На основе того, что выпало мне. Тем временем выпадает еще 2 таланта, и это уже 4 таланта за буквально за 200 реактивов. 5 талантов. What? Антоха, ты что? Ты что, повысил шансы после новогодней вот этой хуёвой акции, где я лутал один талант за 500 тысяч прокруток? Что за... Удивительно, короче. Не, я больше склоняюсь к тому, что мне просто сильно повезло лутануть несколько талантов подряд. У нас еще почти 1000 реагентов, реактивов, вернее, и... Да ладно, еще один талант выпадает. Вообще, наверное, из них самые полезные и самые популярные это на ритуалочку и на ТПшечку, да, потому что, типа, ну, банки на очищение и на ускор вряд ли кто-то юзает прям супер часто, что прям ставить надо этот талант. Вот это менее полезные таланты. Максимально полезные ритуалка ТП и, наверное, все-таки фонари на некоторых героев тоже не помешают. Банки, ну типа банки это тир 2 лут, так что... То есть самое полезное, что нам может выпасть, это опять же ритуалочка, наверное. Потому что ритуалка заходит на любого героя, ну на любого лесного героя, и... Она прям дает максимальное количество импакта. Я думаю, вы многие со мной согласитесь. Вот эти банки на перековку. Вот эти, типа, на очищение 100% перековываются. Не знаю героев, на которых их можно поставить. Пятая строка это... Типа, супер невыгодно. Ты получаешь там... Хотя, может я предвзято отношусь. Все негативные эффекты снимаю, да? Типа, ну, может быть. Вторая тем временем ритуалочка у нас подряд. Жесть. Сколько это уже? 3, 4, 7, 10 талантов, да? За буквально 500... Еще больше. За 500 реактивов. Не, ну шансы достаточно высокие, явно. Один за одним просто лутаются таланты. Наверное, я не ожидал. Я реально не ожидал. Сейчас, походу, будем... Я оставлю там 400, наверное, реактивов. На то, чтобы перековать еще в next вариантах. То есть, может быть, лутанем с вами на 7 там талантик, или хотя бы на 6. Ну, или в лучшем случае, вернее, в худшем, кристаллы какие-нибудь. Дроп жесткий. Дроп жесткий, но единственный минус, мне не выпадает ТП-шечка, самый редкий талант. Судя по всему. Снова банки. Банки на хп, банки очищения, банки, но... Все-таки я надеюсь выбить хотя бы одну ТП-шечку, потому что это рели полезный талант.
Ты просто ставишь ТП-шечку в шестую строку, даешь ТП-шечку на какую-нибудь теньку, которая где-нибудь в тузах стоит просто сзади всех в ожидании бэкдора. И вы как бы подсносите главную базу. Это типа самый, ну, неплохой такой стратегический талант. Пока нет у него в нашем пуле талантов. Пыли достаточно много падает. Банки тоже на ману, кстати, неплохие. Помимо того, что этот талант дает монорек, то есть первую строку, монорек сам по себе полезный талант. Так он еще дает и банку дополнительно на ману. Это неплохо. Опа, а вот и самый редкий у нас талант на ТП-шечку. Тут еще есть типа банка ускорения, но сомневаюсь, что она нужна кому-то. А вот и она, кстати. Неплохо. Это уже сколько получается? 2, 6, 9, 12, 14, да? Нет, 16, 18 талантов за... За сколько? За 700 или за 800? За 700. Мы уже медленно и уверенно подбираемся к... Надо музыку потише сделать, что она сильно кричит. Медленно и уверенно подбираемся к 400 реактивам. И... Сейчас будем реролить уже в этой части. Хотя бы 10 прокруточек я хочу попробовать. Хотя, по сути, я уже налутал достаточно много. Наверное, на 500 повертим здесь. Смотрите, что нам меньше всего надо. Меньше всего надо нам... Ну, банка на ХП у нас явно лишняя, да? Будем сейчас пробовать залутать на 7 таланты. Это самое лучшее, что здесь может выпасть. И вуаля, просто первая же баночка перековывается в талант на 7. Серьезно? Оу май. Но это, правда, не самый лучший талант, да? Типа, это на ускорение, но все равно. Сам факт. Первая прокруточка и талант на 7. Давайте смотреть дальше. Очищения у нас тоже много, перекуем его сразу. Бам! На 6, да ладно. Антоха, ты что, меня пранкуешь? Зачем мне две на ускор? Что за херня? Давайте еще раз. 30 реактивов. Но это уже похуже вариант. Ну, типа, учитывая, сколько нам выпало банок на ускор заточенных, да, можно поймать и что-нибудь похуже. Кристаллы. Вот это, кстати, неплохо. Полезная штука. От 50 до 70 мне выпало 50. Покатит, в принципе. Перекуем фонарь. Сейчас, наверное, многие, у кого нет фонарей, такие: что он делает? Остановите его. Но нет. Будем перековывать до конца. Оп, еще один талант на 7. О, боже, это самое лучшее, что могло выпасть. Это, мать его, самое лучшее, что могло выпасть. Это просто заходит на кого-нибудь лесничка, там, на тенечку, на Мейзина, на какого-нибудь, на вообще просто идеально, идеально. 11 статов на 7 заточенный талант увеличивает урон ритуалочки на 50%. Это просто шок. Это лучшее, что могло выпасть. Я бы даже меньше радовался ТП-шечке. Хотя она тоже неплохо выглядит. Продолжаем. Еще талант на 7? Да ладно. Еще одна ритуалочка. Антон, сегодня просто в ударе. Еще одна. Две ритуалки на 7 подряд. Это что? Это как? Куда писать? Я не знаю. Куда писать, когда тебе выпадают две ритуалки на 7 подряд? Перекрашиваем. Поскольку у меня есть две ритуалки на 7, я могу одну ритуалочку обычную выкинуть, в принципе. Перекрафтим, не знаю, что, вот этот банку очищения перекрафтим. У нас остается еще 5 попыток перекрафта. Красные кристаллы. 30. Второй раз мне выпадают кристаллы, и уже второй раз минимальное количество
То есть если в синих от 50 до 70, и у меня выпало 50, то здесь от 30 до 50, и у меня выпало 30. Это, конечно, хорошо, что выпали красные, но... О, блядь, я перекрал на 6! О! На 6 перековал в 7-й талант. Ну-ка. Ну-ка. О май гад, это просто лучшее, что могло выпасть. После ритуалочки это просто... Я даже не жалею, что выкинул талант на 6 из банки ускорения. Нахуй это говно, просто лучший талант, который мне мог выпасть. Просто идеально. Давайте дальше. У нас еще осталось 3 прокруточки, да? Или даже 4? 4 прокруточки. Я предлагаю пожертвовать банками. Давайте смотреть. Да ладно, еще один талант на 7. Еще одна ТПшечка. Что? Что? Мне никогда не везло. Мне никогда не везло в этой игре. Мне реально, я самый неудачный человек в этой вселенной Prime World. Почему? Это что? Как это возможно? Мне выпадают 2 ритуалки подряд на 7, и теперь 2 ТПшечки на 7 в 6-ю строку. Это просто шок. Это просто шок. Давайте next. Ну все, больше выпадать на 7 не может. Я не верю в это абсолютно. Больше за 3 попытки вряд ли нам выпадет на 7. Снова 50 кристаллов. Я не знаю, что перекрафчивать. Давайте перекрафтим обычную ритуалку тогда, раз у нас уже много на 7 есть. Обычную на единичку перекрафтим. Снова кристаллы. Надеюсь, не 50? 50. Окей. В принципе, нам настолько сильно... Я даже могу ТПшечку, наверное, перекрафтить снова. Или нет, ТПшечку жалко. Я все-таки банку очищения перекрафчу. Она у нас на единицу. И это самый бесполезный, по моему мнению, талант. Возможно, конечно, кто-то со мной не согласится, но... Последняя прокруточка и... 50 реагентов. Ладно, Антоха. Перекрутим еще парочку здесь. А прикиньте, здесь сейчас что-нибудь выпадет. Типа ТПшечки или там ритуалочки. Ну это ладно, это я, конечно, уже совсем в космос улетел со своими желаниями. Но в целом за 1300, если мне не изменяет память, реактивов мы с вами налутали. Давайте откроем библиотеку и подведем итог. Итак, 2 ритуалочки на 7. Баночки всякие интересные, фонарь на единицу, 2 фонаря, 1 ритуалочка на 1, банка ускорения на 7, 2 ТПшечки на 7, дает, кстати, 37 мейнстатов в 6-ю строку, это очень много, и 1 ТПшечка на единицу. В принципе, сказать, что я доволен дропом, это ничего не сказать. Это, пожалуй, первая акция от Антохи, в которой мне реально повезло. Может быть, здесь большие шансы, да, может быть, я не отрицаю, но мне, по моему скромному мнению, очень сильно повезло. На этом, пожалуй, все. Если вам понравился этот ролик и был хоть капельку полезен, поставьте лайкос под этим видеороликом. Тавтология, ну похуй. Не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик. Ну а с вами был Проф. Если вы ждете также новых видосов каких-нибудь по поводу там ролла чего-либо, пишите в комменты. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Проф. Пока-пока.